связи с тем, что на улицах еще лежит снег, а температура находится на уровне минуса, многие казанцы начали предполагать, что погода за окном является аномальной. Но что об этом думают метеорологи? Дистанция у нас вовремя, потому что по средним многолетним наблюдениям она должна начинаться у нас 31 марта-1 апреля, тогда, когда среднесуточная температура переходит устойчиво через нулевую отметку, то есть становится положительной. Таким образом, мы можем сказать, что настоящая весна скоро придет. Но что же нас ожидает в ближайшие дни? У нас ожидается выпадение, согласно прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, обильных достаточно осадков. Температурный фон будет чуть больше климатического градуса на 2. Давление в связи с приходом циклонов и фронтов будет часто меняться. То есть оно то вверх, то вниз. Такие колебания. Так же, как и температура, тоже будет испытывать колебания. Тимур Симонов, Универньюз.